Хейо, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру под названием Sonic Hedgehog 2. Зона Атлантида. Как обычно, куда же без наших подводных уровней? Так ведь? Правильно, никуда. Еба, это сейчас была подстава. То есть он только что мой воздух глотнул. Вы это понимаете? Куда на классу уплыл? Он думает, такой умный, типа мой воздух съел и может убежать? А что мне нужно было сделать? Да уж. А давайте как раз мы с вами сейчас и проверим насчет воздуха. Ну тогда, помните, типа водяной был у нас? Под водой мы дышали. Также у нас этот был огненный, чтобы у нас урон в огне не было. Двойной прыжок — это обычный воздушный, да, сфера? Неужто мы вышли с этой глупой локации? А туда, походу, можно было и не идти, да, в эту локацию? Ну ладно. Не суть. Странный звук. Атлантида. Да уж, вот это я пролетел. По уровню. Так, а теперь вопрос, куда мне? Тихо-тихо. Нормально, нормально. Не успеваем. Отлично. Прикольно, ладно. Mm.
Сейчас еще тоже будет. Ей! Нормально. Так и должно быть. Воздух. А если бы раздавило? Спасибо. Что нужно? Подожди. Могу я? Могу. Какого? Готово. Ну так можно вначале халявно ему 3 дэмэджа нанести. Если постараться, то 4. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.